В Ярославле началась подготовка спортплощадок к лету. Всего в ведении городских властей порядка 90 объектов. В этом году две площадки у 72-й школы и во дворе дома 3, корпус 2 по Гоголя ожидает капремонт. Их заасфальтируют и установят ограждение из стеклопластика, а через год асфальт заменят резиновым покрытием. Кроме того, к началу лета в Ярославле планируют установить 10 новых площадок для сдачи норм ГТО. Карта представлена на сайте мэрии. Кроме того, в июне завершат обустройство мини-футбольного поля на стадионе «Шинек». Там установят освещение, зрительские трибуны и защитную сетку по периметру. Бригада дирекции спортивных сооружений реагирует на обращение жителей и круглый год выполняет текущий ремонт спортплощадок.